играю. А, и еще кое-что. А, Сань, переведи нахуй. Че тут? Не понимаю просто. Царя свергли, блядь, не надо такое. А голову ты, блядь, где оставил? Здорово, обезьяна и птель, желаю тебе счастья и благополучия. Пиздец, я дернулся, спасибо большое. Так, все, нашел. Да, блядь, я Monkey King. Брат, последние гроши доношу. Скажи, ПЖ, как сделать чат без фона? Хочу прозрачный, чтобы не было черного пятна на стриме. Все, там настроишь чат. Спасибо за донат. Так, блядь, я в водяном сете. Я сейчас прям, блядь. Мне надо шелк найти. Саня не до переводов, он проблемы решает здоровье. У, старичок, нахуй. Бля, сейчас, погодите, я все забыл, как тут... А как? Ctrl, при... Ага, понял, все, пробел. День не играл, уже забыл все. Сюда, иди, блядь! А как его пробить? Понятно. Тихо. Блядь, уроды, заеб... Блять, ну что я-то? Почему я упал, блядь? На каком лайне стоишь? Я вообще медовый. Я в меду. Сразу видно, позер ебаный, съебался сразу, как у шефа трудности какие-то были. Чего, блядь? Какую-то настойку нашел. А кто дождался? Мы уже даже играли, блядь, между прочим. Что-то я говорю, а, я напоминаю, у меня завтра будет это, интеграция Шарарам, бля, какой Шарарам, Шедеврум, господи. И я, как бы, вы помните задание, которое нужно сделать, это клипы туда залить, под тег. Поэтому завтра будем смотреть, что там по прикольным, блядь, хуй. Сейчас, погодите, мне надо вспомнить, как играть. Да сука. Бля, какой урод моральный, сука. Как щит контрить? Так, мне сейчас дадут левел, кстати. Уже скоро. Что это? А кто это, блядь? Кого вы кидаете? Не знаю, а уже нашелся стример, который игру прошел? Сундучки какие-то тут, блядь. Блядь. Ой, блядь. Блядь, заебал нахуй! О боже, ебать, я так, конечно, разъебал конкретно сейчас. А ну-ка. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на LOL Steam, Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт — это LOL Steam. LOL Steam, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Изготовить.
Чё тут у нас? Блять, крутую палку не могу, короче, себе вкачать пока что. У меня воли не хватает. По снаряжению чё? Чёрный ветер, блять. Не знаю, по-моему, шмотки пропали, или мне кажется. Вот эти я хотел собрать, но тут уже педали конкретные лучше есть. Так, отвары. Каждый глоток восстанавливает 33 максимальный запас здоровья. Каждый глоток, наверное, восстанавливает 20% максимального здоровья. В течение нескольких секунд восстанавливает 25 максимального запаса здоровья. О! Берем. W. А это что? Блять, у меня какая-то хуйня только. А можно вытащить отсюда добавку? Убрать. Хм. Найс. А, блять, она только у меня и была. Ну ладно. Опять, стоп, надо отдохнуть. А это что за хуйня там? Это живой? Какой-то лысый стоит. Охуел, как минимум. А, это статуя, блядь. Деревня Песчаные Врата. Мне точно сюда? Что-то я не уверен. Я пойду назад, пожалуй. Ну, там лестница просто. О, гриб. Берем. Сука! Блядь, реально гриб, сука! Что ты делаешь, уебан? Я ебал. Че он такой сильный, блядь? Алло, урод, я сейчас все потрачу на тебя, блядь. Ну вот, от огня, конечно, отъезжает грибочек, найс. О, найс. Что-то подобрал. Мощная атака сразу после уклонения. Это мне напоминают. Ёбаный! Так, это я не знал, кстати, вот этот прикол. Что мощную атаку можно бахнуть. Да пока непонятно ничего. Мне нужен этот. Как думаешь, после успеха обезьяны Stellar Blade, будут ли дальше отказываться компании от повестки Sweet Baby Inc? Конечно, будут. Конечно, будут, блять. Чё за вопрос тупой? В рот их всех ебать надо. Вот что я хочу сказать. С этой инклюзивностью ебучей, которая всех заебала уже. Погодите, Джек, один вопрос. Куда мне идти? Вот. Да, я вчера у Дрейка с грустинкой сидел. Неужели дорога так помотала? Помотала дорога, а еще как бы, ну, блядь, надо быть ебланом, чтобы сбор, блядь, гостей и алкашку, блядь, спасибо, сделать нахуй в 4, блядь. Я приехал, уже все бухие, блядь, в говно, поэтому как бы, ну, это типичная ситуация, когда все уже пьяные, а ты такой, а хули мне делать? Я не понимаю, как мне дверь открыть? Да, блядь! На, въебыч, сука! Обход. Что-то я не нашел нигде, где можно обойти. Зато там хуесосы сидят, вон, напихивают мне. А, хуй там, блядь. Не перелезть, походу. Опа. А вот тут-то норм? Тут можно пройти.
Блять, я все забыл. Блять, все, сука. Стоять, Барсик. Только колдун появился, ебучий. Ебать, сосать быстро, нахуй! Блядь. Да крутой какой-то, блядь. Блядь, больно! Я умер. Крысёныш, сука, со спины напал, блядь. А я его не ждал, он меня со спины захуярил. Урод, блядь. Так, блядь, я сейчас сразу направо пойду тогда. Видел, как разрабы извинились перед игроками, что не все на русский переведено. Не, не видел. Да я что-то не видел, чтобы не все на русский не перевели. Вроде все окей. Блять, я не буду эту хуйню трогать, все, мне похуй. Вот тут надо захуярить. Вот это реально база. У меня урона нет просто. Блять! Хуепутал, ебаная, блять! Аноним, спасибо за 500 рублей. Спасибо. Только вот, блять, я не пройду это. Что-то как будто high level какой-то. У меня нету урона просто элементарно. Я не могу по ебучкам влетать. Мне нужно пушку новую. Вот эту. Только тут какая-то крупица яугая, блядь. Ну, гуая, блядь. И воля нужна. И хлопка нет. То есть, соответственно, не могу снаряжение себе нормальное сделать. А, нет, стоп. А у меня сейчас какая маска? Хуйня, у меня маска. 31 защита. Так, а ну-ка. Но мне все равно не хватит. Где-то надо шелк высрать. Я его где-то нашел. Кстати. Ладно, попробую все равно вот так побежать. Туда сейчас сходим. Там что-то есть. Да что-то слишком как-то линейно открытый мир стал. Блять, что тут? Что за уебан? Очень, кстати, один из моих рецептов съела нахальная лягушка. Долгу не останется. Отлично, если он мне даст сейчас шелк, я готов. А где лягушка-то, блядь? Вот это, блядь, нихуя себе, я тебя понял. Стоять, блядь! Больно! Погоди, что я делаю, блядь? Я единицу нажми. Блядь, а как не прошло? Блядь.
Понял. Да блядь! Да сука! Это... не, это какая-то ёбань. Бабуль... что это? Что это значит? Чё? Блядь! А ну стоять, блядь! Попала все-таки мразь. А как это доджить? Тихо. Сейчас откачусь. Да блядь. Грубо! Охуеть. Да блядь, да что за ху... О, блядь, тварь ебаная. Ху, нахуй! Но потихоньку начинаю вспоминать уже, как играть. Стоп. Но мне сейчас не хватит. Мне урона все так же не хватает по-прежнему. Будет нефти. Но продолжи поговорку. Раз, два, три, четыре. Мы хуярим, но я знаю, что ты любитель такого контента. Хорошего стрима меньше, чем три. Что? Продолжи поговорку. Раз, два, три, четыре. С детства с рифмой я дружу, блядь. Вообще-то. На, блядь! Это пиздец. Уёбки. Не, с них пряжа падает. Окей, хорошо, значит, я не просто так их луплю. Но нужно понять, где шелк дропается. Бля, ебать хуйлопан какой. Опа, блядь, снайпер опять. Тише, 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 мужичок. В сундуках. Вот я видел один сундук, но туда Unreal дойти сейчас. Блять. Куда залез, хуебес, блять? Так, тут тоже тупик. Ну ладно. Может быть, назад надо сходить к этому волку? Я просто не в курсе, я первый раз квест вижу. Для жабки два шока. Да, но мне нужно 6. То есть, а у меня 4 сейчас только. Хуесос, давай делись. А, доставить надо было. Шелха, шелха! Закладка? Что там у тебя? Охуеть. 这等凡品
чел намазал камень. Ну раз я теперь могу снадобье, блядь, делать, ну это вообще, блядь, крутяк. Сука ебучая, что ты мне дал, блядь? Нужен был шелк. Хуесос. Так, здесь я уже пробегал, да? Да. Сейчас они мне насуют. Мужички, не надо. Ну не надо, блядь. Иди сюда. Подошел, быстро. Блядь, а там сзади еще кто-то бежит. Стоять! Стоять, мужики! По одному, блядь! Блядь, зацепил, сука! Блядь, идите! Блядь, блядь! Готов? Один готов? Охуеть. Тихо. Ну подходи, урод. Легкий, боже, какой ты легкий, блядь. Вот тут немножко сложновато сейчас будет. Я, наверное, не вывезу это. Я могу как-то по стелсу здесь пробежать быстренько? Куда-нибудь вот сюда. Блять, меня кто-то нашел. Тихо, меня кто-то нашел. Да все, идите нахуй, уроды ебучие. Где вы там сидите, блять? Соса, блядь! Ой, блядь. Такс. Чё, тут только один бегал? Бля, он не может залезть. А может кто-либо объяснить, в чём хайп этой игры? Почему в неё все играют? А то я просто выпал на месяц из свеча. Бабушка в деревню гонит. Хорошего вечера всем. Фэлло, ну как тебе, блядь, объяснить, в чем хайп игры, типа, блядь, вот, ну, что тебе объяснить, что такое игра, типа, для чего она делается, чтобы люди играли. В чем хайп? Просто она прикольная. Блядь, куда я? Пизда, я всосал все, блядь. Да суки, блядь, ебливые, а? Откуда они стреляют там? Надо их отъебать. Сука, сраные лучники, блядь. Да... Да кто, блядь? Пизда мне. О, сундук. Что? Блять, там еще сундук. Понятно, туда не залезть. Вот тут что? Еже, насобираю сейчас, блядь. Блядь, кто это? Мужичок, давай-ка, давайте нахуй все, идите отсюда. Бежим, роняя кал. Не дай, что я не чувствую,
Прости, мужик, тебя, я думаю, тебя заметили уже. Блять. Да что за хуйня вас тут, блядь? Нахуй вас так много здесь? О, блядь, еще какая-то хуйня ходит. Это логично. Но просто она появилась из ниоткуда, как и я о ней раньше ни разу не слышал. Поэтому спрашиваю. Ты че, мужик, какой нахуй? Из ниоткуда, блядь, ты че, это ожидаемая игра, бро? Блядь. Эй, блядь. Крысы ебаные, сука, я вас же мам... Не можно про маму крыс говорить? Лежать, блядь! Блядь! Так, живем, живем, живем. Понятно, пожили, блядь. Синяя крыса, иди сюда. Понятно. Не, я так его не достану, блядь. Охуеть. Охуеть. Еще и бомбы кидает, блядь. Ну что за имба этот лучник? Да блядь, ты... Какой урод, блядь. Тихо. Вроде всех разъебал, вот эту обезьяну надо. Казахи изначально были европоподобными людьми. У нас лицо было как у вас русских. Но был тебе этот Чингисхан свой пенис был где попало тыкал, и мы все стали азиатами. Угу. Это уже позавчера была шутка такая. Не актуально. Кровь железного быка, найс, это хорошо. Ой, блядь, не, мне сейчас пизда, кажись. Угу, понял тебя. С задержками опять, блядь, кусается. Знаете, кто так же с задержками, блядь, был? Ну что ты мне сделаешь, блядь? Что-то сделаешь? Ты же не выйдешь отсюда. Батя твоя, блядь. Что такое? Ой, у меня сейчас откатик произойдет уже. А где он? А, блядь, понятно нахуй. Привет, Вова. Здравствуйте. Редко попадаю на твои стримы. Чаще смотрю на резкий ролик. Это грустно. После отключения YouTube так рада смотреть тебя в прямом эфире. Так его вернут же. На фоне слушать привыкла. Ладно, спасибо большое за донат. Так его вернут. Алло, сказали, в сентябре все норм будет. Блядь, пить хуй сос побежал. Бля, пост мягкий знак на паузу на пару минут. Чисто пососать сбегаю, дальше можно хуярить. Обнял. Нет, соси. Привет. Под стрим. Вот надо. Спасибо большое. Бля, вот гнида нахуй. Я тебя понял, бро. Не надо, блядь. Готов. Не, я кошку эту сейчас не захуярю. А ну-ка, что тут за прикол тоже? Ничего не видно. Но мне вот это нужно ебануть точно.
Ладно, сейчас умру от него просто. Здравствуйте. Я хотел бы у тебя спросить, как ты относишься к тому, что распределяет у себя пустыню, однообразный канал, ворует мейлин видосы, слушает и заливает их на эти каналы без спроса. Как я могу относиться к тому, чему мне вообще похуй максимально? Просто, знаешь, типа, как я отношусь? Мне абсолютно хуй положить на эту площадку ебаную, а меня не ебет вообще, что он там делает. А тебя, видимо, беспокоит, поэтому я отношусь плохо к тем, кого беспокоит какой-то блядский рутуб. Бля, какая мразь. А, блядь, умер. Руту прыгают, у тебя пустые однообразные каналы. Круто! Пусть воруют. Поебать нам всем. Вова, можешь еще подсказать, где можно поднять свой сервер? А то у самого времени нет. Хз, у меня сегодня... Не хочется. Так круто. У меня, блядь, по поводу сервера какой-то прикол. Он сегодня умер. Так, это зелье для казуалов, с иглы? С иглы же, блядь. Зелье для казуалов. Мы не будем использовать зелье. Ну, вот эти вот. Это как помазка, типа, в этом. Мы сейчас разжечь искры, сейчас, блядь, зайдем. Посмотрим, нахуй, что у нас тут имеется. Это что? С каждым уровнем таланта немного увеличить количество здоровья, восстанавливая при использовании очков концентрации. Полезная хуйня. Блять, больше одной кнопки я не соображаю нажимать. Тут как-то сложно. Давайте вот это вкачаем. Это ж вообще охуенно. Возьмем. Это что? Это тоже возьмем. Предугадав действия врагов. Бля, неплохо тоже. Блять, вот это можешь взять или что-то основные пойти. Что в основных? Вот это надо вкачать. Криты. Не, надо вот эту штуку. Или вот это. Не, вот это. Все, ништяк. Все, я готов ему ебало идти ломать. Let's go. Let's go! Подойди. Поеблищу. Пряжа вы... А, пряжа у меня до хрена. На. Сюда лут. Ну, правда, надо было, наверное, КМом спамить. Не понял. Бля, на пиздак, блядь. Чё такое? Блядь, понял. Ну не бегай, друг. Сюда, 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 иди. Ага, он вторую сделал.
Блять, сука. Охуеть. Блять, я выпил, нет, я не понимаю, этот плащ активируется долго. Подойди. Мразь ебучая. Ага, понял тебя. Легкая, просто легчайшая, нахуй, я хуй знает. Шелк выпал. Найс. Все, можем дальше идти теперь. Блять, да как заебали вы, ну. Промахнулся, бывает. Потерял щиточек, бро! Ага. Где-то сидят вот эти, сука, лучники ебучие. Чтобы покинуть родной дом. Надеялись начать заново. У тебя тебе жесткая ставочка? Все, ты допиздел? Погнали. Блять, что-то мне не нравится вот это вот. Хуйня, если честно. Ну, пролаги опять. А чё, патч не выходил никакой, пока меня не было? Первого дня. Так, а мне сюда не надо, получается. Не понимаю, вот единственное, что непонятно, куда мне. Оп, это что? Какое-то растение. Берем. Лакрица. Ладно, для крафта понадобится, наверное. Куда я спустил, блядь? Откуда, как он стреляет, сука? Пойду на крышу залезу. Ой, блядь, вот это фрезы, нахуй. Что происходит тут? Ёбаный в рот. О, походу, вот сюда надо было мне. На самом деле работаю в квестом, недавно закинул каком-то ОБС 60к, уже писал видео. Я закинул братишкину деньги с маминых денег. А ничего, что ты Дрейку донатил, а не мне? Ну, на самом деле я работаю в квеструме. Нет, но закинул какому-то долбоеву 150к, а он записал видео про меня. Пусть он не уял! А ничего, что я не Дрейк! Это 天杀的矛盾, 以后大王知道了,
Это вот эта лисица, это же крыс. А, это трясется, потому что меня там обезьяна это лупит, фиолетовая, вон там бегает. Я думал, это лаги, типа. Вон, меня там лупит, и у меня экран трясется. Опа. Опа, больно. Больно. Погодите, кто-то сверху что-то кидает, блядь. Ух ты, блядь, жестко. Ага, понял. Промахнулся. За что его батя лупит? Ага, это что? Ага. Ага. Батя крыса, блять, ему баночками по голове, бум-бум. Владимир, у меня про свадьбу. Да. Вступай в семейную жизнь по завету. Ебать, сочувствую, мужик. Ну ладно, поздравляю. Спасибо за донат. Это Барт? Ду камня шелка 2 дали. Вот теперь, блядь, можно вкачаться жестко. Я вас предупреждаю просто. Сейчас я буду очень сильный. Я сейчас себе палку вкачаю жесткую. Представьте, ебало теперь всех. Сготовить оружие. Вот так-то. Алло. Не хватает, ладно, я не буду пока вкачивать ничего. Вдруг там будет попизже броня. Я пока справляюсь. Пока не очень сложно мне, поэтому... Стоп, а вот там что? Бля, ну конечно, кто еще тут мог быть, блядь? О, погоди, это что, для ляпка сверху прилетела, блядь? Ну хватит меня взрывать уже, блядь, долбоёб, Сколько можно-то? А еще кое-что. Я забыл, что был сундук. И надо его открыть. Я сейчас пройду назад просто. Потому что в нем может быть важный лут. Это... Упал нахуй. Ну
Ахуй! Ахуй! Представили мой? Сундук надо забрать. В нем полезный лут. Почему кондиционер не работает? Все, пойдем назад. Упал, вставай, вставал, упай. Yes. О, это же, блять, это же охуенный лут. Ты что, не можешь чат для подписчиков выключить? Бро, может, не надо на Твиче тогда стримить, как думаешь? Тут просто все вот это, ну, умные команды какие-то. Блядь. Мне вот этого хуйца надо загасить, потому что на него, наверное, бафы пиздатые падают. Тупо. Желк! С него желк дропнулся! Есть же! Охуеть. А нехуй было взрывать меня, блядь. По делам тебе, ублюдок. Вон там А, я его открыл, этот сундук. Я что, пьяный алкаш? Почему мне никто не сказал? Надо назад идти. Так, тут у нас что? Напитки и добавки. Класс. Что, может убить вот этого? Он там один так ходит. А, нет, нихуя, там снайпер. Все, передумал. Не стоит того. А там еще на мост можно пойти. Пойдем на мост. Что тут за дерьмо? Погоди, это что за клумбой? Тумба-юмба, блядь. Ага, охуенно я, блядь. Перк прожал. Зрелый женщин. Найс. Правда, все кнопки потратил уже. А, привет. Привет, Алинка. Там какая-то зелебоба ходит. Каблучок сразу. Трон видно, царя не видно. Там что, трон видно? Вот, блядь. А, бля, ты про стул. Я думал, ты про туалет, потому что когда дверь открывается, у меня там туалет виден. И я реально там царь. Я больше скажу, я там еще и король, блядь. Самые умные комментарии рождаются в той комнате.
если что, в ТикТоке исключительно. Понимаете? Блять, там какая-то хуйня волосатая ходит. Ладно. Бля, я не понимаю, слишком открытая локация, блять. Чересчур, я бы сказал. Блять, да забаньте уже КГВЧ, ебаный сыр, чтоб... Кто пиздит? Смотри, смотри. Что это? Человек-камень. Я такой видел в ТикТоке, он в гору его тащил. Под звук еще. Ладно, срать вечно. Общий сбор в чате. Кому бан сейчас дам? Этот, КГВЧ надо вот этого пиздануть разок. Тумба-юмба? Хеллоу. Да, ну, легкотня пока что. Скала страха. Ну, если честно, я от одного названия обосрался только что. О, пошел холодок. Найс. Я думал, умру сейчас тут. Эй, это что? Блять, ты охуел? Смотрите, какая-то хуйня тут сидит. Нельзя тут петь. Тише, тише. Что, блядь? Я, кажется, придумал. Это живая голова, прикиньте, земли торчит. Ладно. Вдруг это боженка какая-то китайская, я ее обзываю сейчас. В пещере сзади Локи где-то спиздился, есть еще один босс. Да? Идем назад, что же ты молчал, друг? Нет, стоп. Мы не пойдем назад, надо сначала вот эту штуку активировать, чтобы если умереть, побыстрее добежать, потому что там пиздец Лока длинная. Хотя... Да хуй с ним. Ладно, активируем, раз уж подошли. Уже гайды по игре есть? Отлично, почему я еще не в курсе, какая самая сильная броня, блядь? Сопротивление урону, бля, нихуя. Такс. Отдых. Есть. У нас с вами 24 или 25, ну, и, либо 24 и 25, либо просто 25. Будем ебашиться в этот, по бласту, блядь, смотри, турик финалы, нахуй. Опять бласт, блядь, месяц назад, сука, его стримил, опять бласт. Да сколько можно-то, блядь? Там бласт каждый, я не знаю, неделю, походу. А еще хочу публично сказать... Спасибо большое Илюше Перфекты и Татьяне Синди. Вот это реально. Вот это реально кореша, блядь. Они меня сегодня очень сильно выручили. Они знают как, но если б не они, я бы сейчас больше денег кое-куда отдал. И что? Нахуй я нажал, он теперь поет. Зачем? Они в срочном порядке денежки сняли и принесли. Куда надо? Ёбаный в рот, что это? А, вот куда этот маленький залупанец убежал. Мне опять кто-то пизды дает, походу, или нет? Или это специально было? Жизнь за жизнь, она все заплатит. Ебать, нос как у меня, кстати, в реале.
А не, причина бана чисто в прихоти государя. Он пошел против государства. Поэтому и был наказан. Ебать, это что, блядь? Да он не понимает, что его брата нет, он же тупой. Пиздец. Ну, батю созвали. Это что за анаконда, бля? И что мне с ним делать? Он слушает? На, поебалу. Охуеть мимо, блядь, класс! А! Залагало, блядь! Меня бро ФПСом одним убил просто, блядь. Я даже кнопку не прожалась, она не зарегалась просто. Блядь, опять бежать, что ли? Еб... Не, его надо ёбнуть. Вы же понимаете это? Его нельзя, это нельзя просто так... А, я не знал, что камень назад падать может. А, он какой-то юзлесный, за него ничего не дают. Нельзя раскачаться так. У него лагает, у меня на максималках хуже компе без прогулки. А я тоже не ебу, что у меня лагает, блядь. Блять, походу чекпоинт надо в другом месте активировать, потому что что-то далеко как-то бежать. А, ну конечно, я идиот, надо же вот этот чайник активировать. Тут будет ближе бежать. Хотя, а сколько у меня искр есть? Я сейчас, наверное, докачаюсь просто чуть-чуть. Две? Нихуя себе, целых две, это найс. В нашем месте остается иллюзия, которая мгновенно взрывается, нося урон. Ух, блядь. Нет, две иллюзии много. Надо как будто бы вот так вкачаться. Ты где пора. Такой стул откопал? Еще и брф написано. Пс-с. Это мой личный. Мне подарил Супер Сас. На день рождения. Не могу подтвердить учетку и написать в чат. Поэтому привет шефу отсюда. Там гайд у меня в телеге есть. Тихо, я вот так сделаю сейчас. На, поеблу. Охуеть, блядь. Блядь, да что залагает, блядь? Блять, упал. Сука ебучая. Крыса, блять. А чё я сделал только что? Thank you.
Что сейчас будет? Ага, понял. А, ты и так можешь, сука? Мимо. Хуйло! О боже, легкость ебаная. Че, я сипух на чат прочитать сообщение? Да, я прочитал. Крупица, ебать, у меня плюс пушка, нахуй. Так, отлично, получается, всю семью вырезали. Ну, как бы это грустно, наверное. Ну, а нехуй было. Как крыса бежать и другую крысу большую. Какой, какашка, блядь, сосиской метается, блядь. Один моментик, это куда путь ведет? Просто, блядь, травы пособирать? Охуенно. А, ну какие-то травы все-таки. Стена. Что стена? Стена у босса. Погодите секунду. А, вот это что ли стена, блядь? Или какая, блядь, я не пойму. Да что сделать надо? Бей головой. Башкой. Вы что, идиоты? Тут нет удара головой, блядь. Не, фон у тебя не заря... А! Фу, блядь, я думал, меня троллят опять. Сейчас зарядится. Надо просто вернуться сюда потом. А тут что? Какая-то хуйня тоже тут что-то, блядь. А что это, блядь? Что это за летучий ротату курва, блядь? Еблечу. Урона не хватает. Хуй, он так умеет. Так это мини-босс какой-то. Да, я здравствуйте. Отстранили из чата из зала политики. Ага. Если не сложно, то о, нет, мне похуй, извини. Сообщение в чате. Всех благ. Сейчас я, блядь, все брошу, пойду проверять, нахуй. Нет. Ну, за донат спасибо. А ну, модерация, разобраться. Что там? За что забанили, получается? Какой рифлой, блядь, ты в тюрьме сидишь? Так, блядь, я слишком много всего, погодите.
слишком, блядь, много всего. Я не успею, не понимаю, блядь, в какую мне правильно идти. Дверь. Просто я не хочу, чтобы в жизни каждого мужчины... Блядь. Да что лагает-то так, ну? Пилюля, блядь, которая увеличивает концентрацию. Во. Да блядь, что это? Ух, блядь. Так, секундочку. Один моментик. У меня башка не откатилась. Что мне делать? Мне надо ману где-то намутить. Я упал. Девочки, разбился. Мне надо ману где-то высрать. Прям чуточку, самую малость. Это что здесь? Винный червь. Ладно. А это червяки какие-то вот. Сороконожки эти. Сраные. Мост основной сюжета. Доп будет пел, откроется. Мужичок, ну давай тоже не умничай, как бы. А, вот это, блядь, дверь, что ли? Вы сказали с нее с головы уебать? Риш написал, если тигра с первого раза солишь, он 100 сабок подарит тебе. Да? Так, Риш, придется дарить, бро. Я ж сильный. Риш, ну типа я сильный. Тебе придется дарить 100 сабок. Знаешь почему? Смотри внимательно. Этого не было в уговорах. О, май гад, палка. Крутая палка на 50 урона. Это чё? Это надо крафтить. Все, мы ее одели. Многоуважаемый шеф. Да, я, здравствуйте. Добрый вечер. Прошло уже более месяца, да, с момента розыгрыша 10 кого ебота, а приз так и не выдали. Сколько его еще? Чего, да? Блять, Анатолий, ссылка нахуй? Разберемся с этим. Это хорошо, что ты пришел. Я думал, там выдали все. Выдадим, значит. Так, Риш, записать это в задачи, пожалуйста. Туманность. Джонни, сообщение переслать или куда? Да, 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 да. Надо, надо. Видишь, молодой человек, видишь, беспокоится. Потому что там, видимо, про него забыли, блядь. Поэтому хорошо, что он задонатил. Сопротивление жару, блядь. У-у-у, ребята, это пиздец. Куда вы пришли на стрим, блядь? Погодите. Избранный наносит дополнительный урон противнику, если тот обездвижен. А я какие арморы-то, блядь, сделал? Ну, мне надо вот этот сет, получается. Черно-золотой шелковый халат, танец черного ветра. Блядь. Или это не от этого сета? Ну, просто защита 12 против 13, она не особо зароляет. А вот истребление зла? Вот это найс. Ладно, делаем вот эти поножи. Наручи какие делаем? Ну, нам нужны вот эти наручи, получается.
Вот эти наручи возьмем, оденем. КРЧЕТ да. Первый ГЛ, я надо дракона отхуярить. КРЧЕТ пшиса на первую ГЛю. Где первый головач Сиога был, только там налево идешь к водопаду, праешь, и там босс. И еще там же дальше жаба будет. Че, проебали? Привет. Вов, точка, я та самая девочка, да, которая встречалась с Ильясом, точка, после нашего расстания меня хуй засел весь овчат. Спасибо, что смог подарить ощущение СПР и едливости, точка, это не я хотела малолетку равно. Не знаю, у меня вообще на самом деле вопросы ко всем, блять, что к одной стороне, что ко второй, типа, блять. Мама должна, блять, воспитывать с рослыми дядями, блять, вообще не писаться никогда в жизни, блять. Но как бы по закону, да, типа... Хочу сказать. Ну, просто я считаю, что 15 лет уже должно осознание, блядь, работать по поводу того, что ты взрослый чел, как бы, да? Ну, 15 лет уже, как бы, мозга есть, чтобы, блядь... Или 14, неважно. Чтобы, блядь, с какими-то ебанатами, блядь, сидеть, вот такую хуйню позволять. Не знаю. Боевое искусство. Но, да, хуесоса мы, конечно, наказали нахуй. Конечно, никак не оправдывает его, ни в коем случае, но просто, блядь... В общем, ебать, ребята, нахуй, я разочарован. Ну хотя, блядь, ну я вот, мы вчера или когда, позавчера с вами смотрели про Поднебесного вот этого, блядь. Мне было 13, Вов. Ох, блядь. А сейчас тебе сколько? Сейчас говорит 12. Ты что, Бенджамин Баттон или что? Считает. Да у тебя там, короче, если тебе было 13, и ты считаешь сейчас, тебе придется взять одну руку, тут 5 пальцев, вторая рука, тут тоже 5, а тут 10. Тебе придется, ну, пальцы на ногах подключать просто. Семнадцать сейчас? Блять. По-моему, 2 года назад мы его отхуярили. Как тебе с 13 стало 17, блять? Если мы 2 года назад его забанили. Бля, великий математик, все. Так, стоп. Вы мне сказали, что включить? Ну ладно, спасибо за донат в любом случае. Боевые искусства, блять. А, вот это? Кстати, мне вот это нравится. Быстрая атака удлиняет палку. Это хорошо. Игру настраивал, потом вернул производительность обратно. Да, все вернулось, как было. Голос свободы был подавлен. Да хватит, блядь, разбаньте его. Я так в шутку сказал. Вот эту стену мне надо башкой лупить. Не понял, блядь. Охуеть, а как туда попасть? Еще на... Слышь, придурок, ну-ка вот сюда. Как это, блядь, можно было догадаться? Я не понимаю. Ну, типа... О. Что? Чё-то какая-то подозрительная, блядь, арена здоровая, нахуй. И ящик, блядь, стоит. Я в такую хуйню чё-то не верю, блядь.
И что? На меня никто не нап... На меня никто не нападет? Как тебе игра? Мне нравится. Теперь на босса в первом акте за водопадом можно пойти, секретный типа. А я могу тэпнуться прямо отсюда? Ну-ка скажите как. Сейчас, секунду. Блять, я ж менял. Ку приобрел сервак на Аязе. Здравствуйте. Установил Уиригуард, а ТикТок палит, что сервак рушный. Как быть? ТикТок, тебе надо регион сменить, на чем ты смотришь ТикТок. Это первое. Второе. Блять, а я, кстати, ХЗ, у меня не палит нихуя. Может, ты, блять, в аккаунт зашел свой русский, так он так не будет работать. Это такой обход, блять, работает в этом. В модовых версиях. Блять, может, вот эта голова оставить, наверное, ее надо. Такс. Как мне свалить теперь? Голова имба. Не, я понял, как мне свалить в то место, где, ну, в первую телепорт сделать. На костре можно. Все, понял. Так это говной кидается, говно какое-то. Долутай тут. А что долутай? Больше нечего лутать. Хотя нет, по-моему, тут есть чего лутать. Надо вот сюда пройти. Я надеюсь, там не будет синего хуйсоса. Аккаунт не ру. Я хз, кстати. С телефона, ты говоришь, с компа. А, или нет? Короче, если ТикТок палит, то, во-первых, надо поставить мод тебе. Это во-первых. А во-вторых, ТикТок еще палит тем, что если у тебя iPhone, тебе надо там регион поменять. Типа в самом айфоне. Я не знаю, на моей версии айфона есть, я просто не помню как. Не, это не из-за симки. Просто когда он заходит, например, там у него айфон на России указан, из-за этого у него тренды не обновляются. Поэтому VPN может не работать. Я также пытался с этим... ТикТок залить в ТикТок, а он у меня, блядь, не залился, потому что я почему-то в РУ-регионе, блядь, сидел. Перемещение... И что получается? Вот гора Черного Ветра? Или что? Зачем ты уходишь? Иди дальше. Я думал дракона ебануть, потом вернуться. Ну ладно. Ебать, там какая-то хуйня висит, смотри. Игра такая не оптимизированная. Я не знаю, я предпочитаю... Ссылаться к тому, что у меня просто компьютер говна, блядь. Потому что что-то мне все говорят, что у всех нормально работает, а у меня что-то нихуя нормально не работает. О, шелка плюс 3. Ебо халяву. Регион менены. По моду что-то можешь посоветовать? До этого с другими фпнами работал. Рассказываю, решил, значит. Свой сервак поднять и всосал. Ты уверен, что он поднялся, блядь, тогда? Короче, я тебе посоветую, сейчас скажу, как называется эта хуйня. БХ плюс, по-моему, поставить. БХ ТикТок плюс, да. Сейчас почему-то новым сервакам выдаются московские IP-шники. А, блядь, если так, то все, только ждать. ТП напиши. Они сказали, у них сейчас проблемы, типа. У меня вообще сегодня просто сервер отвалился, чтобы вы знали. Просто не работает, блядь.
Поэтому надо подождать. Сегодня Вайргард ебашил Роскомнадзору. Ну, блядь, тогда можно сменить на этот, на Outline. Но мне он медленный какой-то, мне не нравится. Бля, ебать халява нахуй, что тут столько всего, блядь? Так, а что у нас наверху? Алло, это Тигра! Из Кунг-фу Падлы, блядь! Что с ним, он обезумело? Ты шо, блядь? Да ебать тут боссов просто. Так, ладно, придется 100 сабок не отдавать. Блять, а чё он? Ай! Блять! А что это? Чел камень. Все тайминги срал! Охуеть! Блять! Че он сильный такой? Блять, кнопку перепутал. Блять, маму ебал его. Кошак ебнутый, блять, вообще просто конч. Ай, блять, я что-то не понял, его бить надо в этот момент или нет? Нихуя бьет. Блять, ничего не вижу. Блять, ну тут вообще анлак. Не, с первого трая это сложно, я так не смогу. Чё ты, блядь, обосрался нахуй? Груша, блядь. В отношениях мне Сюда, хуя ебаная! Мимо. Ага. Ну а когда отбивали? Yeah!
Попал. Охуенная игра, блядь, не знаю, кайфую. Музыка зарешала, это правда. По телу идеально подходит заклинание «Твердая скала». Что это значит? О, блядь. Денег нет. Надо денег набрать. О, это чё? Блядь, ну нет! Так, тигра ёбнули, а чё дальше? Ой, не пой, пожалуйста, я уже не могу, не пой. Я просто нажал проверить, а вдруг у меня что-то произойдет, в итоге он начал петь. Чего, блядь? Да все, легкий, иди нахуй. О, что тут у нас? Напитки и добавки. Медная пилюля, блядь, ну такое. Что это, блядь? Это зомба? Да, здравствуйте. О, не. Все, пососешь. Нет. На блюм и отлетел больше не буду сорить. Не. ТГ собака Алекс 48981. Погодите, что? Применить следующую.
использовать бутылки ненадолго позволяет применить следующую четвертую скалу без затрат маны. О! Мета? Иди, пусть оревка, блядь, разбанивает нахуй. Где ты дрался с котиком? Там наверху статуя куда маску можно вст и для прохода три. Какую маску? Так это там чел спел. Вроде бы. Так у меня нет маски, получается. Так какого-то дракона надо запиздить сейчас. Зачем-то, блядь, мне чат сказал. Он пел, что нужно... А, я думал, он просто как еблан поет. Так, и чё, как мне получается попасть туда? Перемещение, гора Черного Ветра? Или чё? И куда? В храм? Или куда? В лес? Ладно, верю. Они все пиздят. Вариант такой учитывается, Санс. Уже не раз пиздели, поэтому просто наугад тыкают.